Воскресным утром ориентировщики со всего Крыма съехались в Байдарскую долину за околицу села Широкова. На северо-восточных склонах оврага Курезен-Даре состоялись первые осенние соревнования по спортивному ориентированию Федерации Крыма и Севастополя. А подготовили и провели соревнования всем миром активные спортсмены Севастополя по инициативе секции ориентирования ЦКБ «Коралл». Благодаря этому сплоченному спортивному коллективу два раза в году проводятся доступные для всех соревнования. Место для ориентирования выбрано идеально. Чистый лиственный лес с невысоким подлеском, массивы многолетней посадки сосны. Есть две лесные дороги и тропинки, которые отлично считаются и на карте, и на местности. Карта нарисована в 2012 году и вполне правильно отражает обстановку на местности. Вот только просека под линией электропередач подзаросла. Заблудиться невозможно даже новичку. Русло ручья во враге в сентябре стоит сухое. И рейсовые автобусы подвозят спортсменов почти к старту. Приехали все желающие. В группе спортивной элиты участвовало полтора десятка мастеров спорта и кандидатов в мастера. Им была предложена трасса в 6,5 километров с 28 контрольными пунктами. Лидировали симферопольские мастера Алексей Ведмецкий, Артем Хасанов, Александр Шешуков, Татьяна Ведмецкая, Анна Донцова, Татьяна Хохлова. Дина Пинова из команды ЦКБ «Коралл» уступила победительнице 4 минуты и заняла 4 место. Группам G21 и M40 дистанцию сократили до 4,5 километров при 22 контрольных пунктах. Севастополец Александр Прокофьев показал лучшее время – 50 минут. У Андрея Хасанова второй результат, у Сергея Потапова третий. Симферопольские мастерицы уверенно заняли весь пьедестал почета. Спортсменам в зачетной группах G40 и M60 предстояло пробежать 2,5 километра и взять 13 КП. И здесь симферопольские мастерицы заняли пьедестал почета, а лучшей севастопольских спортсменок была Ирина Благовидова. Среди ветеранов сильнейшим был Сергей Седов, за ним финишировали Владимир Коршунов и Алексей Сидоренко. Женщины-ветеране бежали по одной дистанции с самыми юными спортсменами на 2100 метров при 13 контрольных пунктах. Золотую медаль в Симферополь увезла Татьяна Башкина, серебро и бронза у севастопольских ветеранов спорта Натальи Овсянниковой и Любови Устиновой. Любовь Подгорная на четвертом месте. Юные ориентировщики показали хорошие результаты. Среди победителей и призеров Маша Псарева, Катя Яшина, Алена Герасимова, Костя Селезнев, Миша Красовицкий, Саша Сахненко. Всего в этот день на старт вышло 80 спортсменов из Севастополя, Симферополя, Евпатории, Феодосии и Судака.